Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел расширенное заседание политического совета партии «Единая Россия», руководителей территориальных управлений и депутатов окружного совета. Участники встречи обсудили основные достижения 2019 года и определили задачи на 2020. В числе ключевых тем были подготовка к празднованию 75-й годовщины Великой Победы и реализация партийных проектов. Проект «Помним» мы уже подробно с вами обсуждали. Проект «Добрые дела» посвящен решению конкретных проблем жителей силами нашего партийного актива. И проект «Добрая комната» – это создание специальных комфортабельных условий в наших детских больницах и поликлиниках. Исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова рассказала, что следующую детскую игровую в рамках проекта «Добрая комната» откроют в Никольской больнице номер 3. На заседании обсуждали и другие партийные проекты – «Старшее поколение», «Новая школа», «Историческая память». По словам главы, в планах организация патриотических мероприятий, сотрудничество с ветеранским сообществом, а также проведение встреч участников Великой Отечественной войны со школьниками. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».